Здравствуйте. На перекрестке Смольной и Беломорской улиц в Москве, в районе Левобережной и Ховрино, находится здание Российского государственного торгового экономического университета. Сейчас, после преобразования, его присоединили к Российской экономической академии имени Плеханова. Вот, вы видите, что около входа стоят памятники. Здесь бывал Бабурин. И открыли сейчас вообще церковь. Я считаю, что это вообще недопустимо. Рассказывали, что когда в МИФИ открыли кафедру теологии, то на первой лекции заведующий этой кафедры говорил студентам Московского инженерно-физического института: а сейчас забудьте все, о чем вам рассказывали на других кафедрах. Так вот и здесь. Непонятный какой-то храм. Рядом вот с этим вот конференц-залом. В общем, очень странное учебное заведение. И, наверное, сюда стоит поступать, если какие-то более известные и качественные вузы вы не поступили. Спасибо за внимание.